Всем привет, ребята, с вами снова я, Дэн Флиппер, и сегодня мы будем изучать, как делать такой элемент, как задний винт. А перед началом видео хочу сказать, чтобы вы обязательно написали в комментариях, на какой вы элемент хотите обучение. Потому что давно не было таких комментариев, и я, в принципе, не знаю, на что вам снять туториал. Ну а мы приступаем к обучению. Всего существует два вида винта. Это триггерский винт, а также гимнастический винт. Но разница между ними в том, что в триггерском винте у вас махрук идет вот отсюда, сбоку. Вот так вот. И вращение, следовательно, у вас по диагонали. Будем этот винт называть винт через плечо. Но в винте, который чаще всего используется в спортивной гимнастике, вы мах делаете четко сзади, выпрыгиваете вертикально вверх, и только когда уже выпрыгнете, вы уже начинаете закручиваться. То есть он гораздо сложнее. Для начала изучим винт через бок. Для того, чтобы научиться делать винт через бок, вам ничего не нужно уметь делать. Только вращение 360 вокруг своей оси. Для начала мы, конечно же, просто подстилаем маты и просто повторяем вращение 360. А далее мы просто делаем вот такой мах и пробуем просто перекрутиться и упасть на спину, то есть сделать пол винта. Теперь мы просто стараемся каждый раз все больше и больше градусов прокрутить, постепенно доходя до винта и стрикинга. Упасть вы никак не можете, на голову больно, потому что это триггерский винт, и вы крутите его через бок. Соответственно, падение у вас в нем будет выглядеть примерно вот так. Вот мы прокрутили 360 градусов, далее стараемся поставить винт на ноги. И вот мы научились делать винт через плечо. Теперь я вам расскажу, как научиться делать гимнастический винт. Гимнастический винт, конечно же, гораздо красивее, но и усилий требуется потратить гораздо больше. Потому что для него вам нужно уметь делать заднее сальто. Так как вы в винте крутитесь без группировки, то сейчас нам нужно сделать заднее сальто без группировки. Ну а далее мы просто действуем по методу увеличения градуса и каждый раз стараемся все больше и больше в бок прокрутить, постепенно доходя до 360 градусов, то есть до полного оборота. Ну а как только вы докрутили 360 градусов, вам остается самая сложная часть – это докрутить ваш винт на ноги. Это может занять очень много времени и очень много попыток. И вот мы докрутили гимнастический винт. Если вы не смогли научиться делать винт, то попробуйте сделать его просто с высоты, на батуте, либо с каких-либо заходов, например, со скута или с рандата. Ну а на этом, дорогие друзья, наше видео заканчивается. Всем, кто досмотрел до конца, большое спасибо за просмотр. Не забудьте поставить под это видео лайк, написать комментарий, подписаться на канал. А с вами был я, Дэн Флиппер. Всем до новых встреч и всем пока, ребят!